Очередной житель Уральска пострадал на железнодорожных путях. Мужчина хотел пересечь дорогу весьма рискованным способом и за это поплатился здоровьем. Страшные кадры удалось заснять очевидцам. Инцидент произошел вчера утром в районе Доповского моста. Мужчина, которому около 40 лет, вместе с велосипедом решил пересечь железную дорогу под стоящим товарным поездом. Пока «Уралец» находился под вагоном, состав начал движение. Последствия, как вы понимаете, весьма плачевные. Поезд мужчину просто-напросто переехал. Врачам впоследствии пришлось ампутировать пострадавшему ногу. Помимо этого, у него закрыта черепно-мозговая травма. К слову, это уже седьмой трагический случай на железной дороге с начала года. 5 человек пострадали, а 2 инцидента закончились летальным исходом. Именно по данному факту, именно где вот имело данное место, мы проводим частые рейды, мероприятия. Там установлены запретные таблички, что данное место является опасным для жизни, как и здоровья граждан. Однако люди все равно продолжают нарушать данные требования и приводят вот таким фактом. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены виновные лица.